Привет, друзья! Приветствую вас на канале Алакон. Я сейчас собираюсь пройти 387-ю часть игры «Злая обезьянка», которая называется «Доктор Джекил и Миссис Хайд». Достаточно интересная тема. Так, этот мужчина хочет трость и шляпу. Открываем наш сундук. Здесь мы видим коды, да. И сверху, похоже, щетина разного вида. Щетина, борода, усы и такое подостриженное. Значит, первое это длинное. Длинное это 4. Второе усы. Усы это 12. Третья это щетина. Это 53. И последняя это троечка. Упс, чё ж мне надо выполнять. Если вы помните, мужчина, доктор Джекил, он хотел шляпу с тростью. Делаем трость. Делаем трость шляпой. Отдаем ему, получаем наш волшебный порошок. Смешиваем. Даем. Так он превращается в всем известного монстра. Вот такой достаточно простой способ мы прошли эту часть. Всем спасибо за просмотр и до скорого.